Ну что ж, всем привет, меня зовут Илья, и вы на канале Малой Плей. Сегодня мы продолжаем проходить Кону. В прошлой серии у нас такая получилась какая-то непонятная, вот. И сегодня я все-таки хочу сбегать к тому старому пердуну, посмотреть, что нам... Да, чувствовал магазин в окрестностях, да, это понятное дело. Вот, но я не могу вдуплить, короче, что там пока за какие секреты. Поэтому решил пойти посмотреть, что же у нас в той стороне. То есть, куда мы направляемся, видишь, там вдали есть еще, я так думаю, минимум один дом. А возможно, в конце самой дороги там будет еще что-то. А, у нас патронов-то нету, ебаный. Допустим, будем молотком пиздить. Хотя подожди. Инвентарь. Снаряжение. Ага, понятно. Будем мясо кидать. Если что, короче, если будут вдруг... Собаки эти злые, серые. То будем кидаться в них мясом. Сейчас посмотрим, подойдем, короче, дойдем до деда. Посмотрим, что он нам скажет. У нас есть какой-то ключик. Хуй пойми от чего. Вот. Ну, надо бы посмотреть просто. Да, там, видишь, у нас как бы подсказочка идет. То, что там вблизи универмага есть еще какие-то тайны. Но, блядь, я не могу... пока что там я еще не разгадал. Ну, как бы, ребят, если, конечно, кто знает, буду рад, если поможете, там подскажете. Так, сюда нам не надо, нам надо дальше. Сейчас дойдем до того старого пиздюка, посмотрим, что он нам сделает. Возможно, что-нибудь нам даст. У нас как бы есть несколько патронов, оружейных, именно оружейных патронов. Вот. Возможно, может, какой-нибудь ружьишко даст, либо какой-то шмот подкинет. Ну, сейчас разберемся. Пивас есть? Я просто, блядь, не помню. Он что-то говорил, что-то ему надо. А потом, когда я к нему подходил, ну, получается, грубо говоря, переспрашивал, он мне так и не ответил. Так, почти дошли. С правой стороны. Смотри, вроде особо не подмерзаем пока. Это хорошо. Мы все-таки подмерзаем уже. Ну, давай же, пиздуй ты, да быстрее. Так. Ну, ёпта. Эти долбаные загрузки меня, вот, честно, короче, здесь напрягают уж. Ну, а давай же, ёпта. О, совсем другое дело. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Да, вот этот домик. Дедули. И слушайте все, у меня тут сумасшедший парень. О, а что это было? Слышали, да, вот эта херня была? И слушайте все, у меня тут сумасшедший парень. Так, нет, этот ключик сюда не подходит. Проводи. Че? Сейчас опять стрелять будет, смотри. А на Е. Тихо, блядь. Дай мне бутылочку. Кабиру. Чё, блядь, нет у меня кабиру? Бутылочки кабиру. О, подожди. Ключик мы взять тоже не можем. Бутылку кабиру, блять. Кабиру. Кабиру, кабиру. Что такое, блять, кабиру вот это, да? Ну-ка. Нет, это не можем открыть. Забыл, что, блядь, взаимодействие у нас здесь на Е. Так, ну чё, я тогда предлагаю выходить и пиздошить направо. Там Карл насытил свой разум, но забыл суровую реальность. Ее тело нуждалось в питании, особенно... А, да ладно, в питании мое тело нуждается. Инвентарь.
пустая бутылка, 5 патронов есть, пустая канистра, расходные материалы, бутылка пива. Долбани. О, нормалек. Все, повеселел наш Карл, ебано. Нормально. Так, ну короче, смотри. Сейчас тогда идем туда. Как говорю, единственный минус, у нас нет чем стрелять. А я уже слышу волков. Ох, блять, в воду, короче, нельзя нам. Вон там что-то есть. Сигнальная ракета. Бля, ну... Клейкая лента. Вот туда идти как бы опасян. Пока что. У нас, как видишь, один молоток. Ну ладно, мы молотком-то можем немножко, может, попиздиться. Как бы и все. Ладно, пойдем пока по дороге. А вот эти все закуточки будем уже осматривать потом. А серия, я не знаю, ребят, наверное, выйдет не особо длинная, конечно. Немножко тут по времени как бы не успеваю. Так, подожди. А, нет, там нет нихера. Там тоже вроде как. Запутано все, запутано как-то все. Раскидано по всей карте. Сейчас мы, получается, вот как раз таки идем вокруг озера. Вокруг одной его части. Просто через лес идти я очкую. За счет того, что нет, нечем стрелять, а там могут быть волки. Попадись там волки, нам, я думаю, будет не особо приятно. О! А вот я что-то и нашел. Ага. Конечно. Вон там, да, типа что-то. О, загрузочка идет. Здесь как отдельная прям эта локация. Ну давай. О, было так холодно, что Карл уже не чувствовал собственных пальцев. В смысле, бля, внезапно так холодно стало. А чё, бля, вдруг-то так холодно стало? Ох, ёбаный в рот, нахуй! Бля, я ж напугался, вот честное слово. Ох, ёбала. Я думал, они сейчас на меня, короче, нападать. А холод казался здесь более жестоким, чем где-либо еще. Карл долго не продержится. О, понятно. Западный Томипек. Окей. Надо валить отсюда. Давай, бля, быстрее. Расходные материалы, давай посмотрим. Расходные материалы, аптечка. Так, я замерзаю. Но, короче, этот... Жизни у меня еще не ушли. Давай, нормально, сейчас дойдем. Холод что-то там прожигал там. Да ебаный насос, давай быстрее. Оп, загрузочка. Короче, смотри, видишь, в ледяные пещеры. Давай, в ледяные пещеры как раз таки и надо будет идти, вот уже взяв шмот. То есть... Здесь что-то, блядь, должно быть. Вон, хата, вижу хату. Давай, блядь, давай быстрее. Ну, еб... Насос, а? Дом патриота. Давай, вон, я прям вижу, печка стоит уже. Уже меня ждет уже печка. Опа.
Да, блядь, бери, ёбан. Всё, вот это крутяк, вот это хорошо. Вот это я понимаю. Надо пару бревнышек с собой взять и думаю. Так, что здесь у нас? Рок-музыка вторгалась в разум людей, даже в самых отдаленных местах. У него не было проигрывателя, хотя пусть это останется при нем. Окей. Носки какие-то. Так, опа. Что там у нас? О, записка. Освобождение Квебека будет проводиться силой, никак иначе мы победим. В Монреале взрывали почтовые ящики, происходили похищения, и в СМИ распространялись яростные манифесты. Но здесь, на личном что-то там, любой может выругаться вслух, что есть мочи, или лишь только молиться о том, чтобы началась революция. Этот человек, не всякого сомнения, стоил многого. Так, убери его. Так, здесь что? Рейжан Блуин. Кажется, что у этой свиньи в конце концов было имя. Да убери ты карту, ну заебал. Оу. А зачем мыть посуду, если еще есть чистая? Ну да, блядь. Так, тут нихера, музыку я слушать не хочу. Тут нихера. Тут тоже. Только для оружия, да, значит где-то должно быть ружье. Вам не приходило в голову готовить белый виски дома? Самогон, блин. Возможно, эволюция алкоголя было достаточно, чтобы задушить человека насмерть. А, вот, приготовить кабиру. Вот оно чё, бля. Теперь Карл знал, как утолить алкогольную жажду. Традиционный рецепт карибу. Белый виски слишком много, к нему не относится. Ага. Так, херес для дополнительной мягкости. Специи по вкусу чуть-чуть. Это не рагу. Окей. Окей, теперь я могу сделать карибу. Бутылка нужна, что ли? Или чё? Убери. Так, ящики перемещены. Пустую бутылку теперь найти. Вот видишь, сука, вот здесь от меня бы пустая бутылка получается. Пригодилась бы, да? Ну да ладно, давай посмотрим, что у нас тут есть. Нужно где-то здесь и что-нибудь найдут, а? Че, нихера тут нету, что ли? Этот грузовик явно повидал на своем веку немало кровавых дорог. Карл не был механиком, но он с легкостью мог сказать, что только самые... Короче, ладно. Тут опять, короче, куча вот этих хернюшек. Опа, вот как раз он, походу, и этот и уячил с арбалета в яблочко. Домашних стрельбищ не сложно представить шальную, заканчившую свой полет, и ничего подозревать. Так, справедливости ради, Карл отметил, что здесь не так уж много прохожих. Так. Слышь, бля. Бутылка мне нужна. Инвентарь Карла заполнен, да? Окей. Снаряга. Что у нас есть? Стейк. Экипировать. Так, ладно. Инвентарь. Бросить. Магнит. Пустая бутылка есть. А, подожди.
Нам, походу, нужна бутылка с водой, наверное. Возьмем вот с топором, будем ходить, может, кому-нибудь пизды дадим. Я так думаю. Давай попробуем, подожди, наберем. Давай, давай, давай. Подожди, вот здесь еще 4. Нет, не здесь. Здесь я что-то видел. Сигареты. Да ёб насос. Окей. Все, вот сейчас мы сделаем, бляха, карибу тебе, старый пень. You had to be out of to cook up white whiskey at home. А воды-то мне, блядь, где набрать? Ёпки. Это порожняк порожняковский. Бутылки-то пустые у меня есть. Бутылки-то есть у меня пустые, да? Западный Твинпек. Если Карл в любое время... Ну, это нет, ничего лучше, чем самогонный аппарат вроде этого. Garbage trucks rarely need a stop. Thankfully, the leaks served as a pretty good backup dump for those times when we started overflowing. Свалкой. Так, понятно. Воды-то мне, бля, где набрать? У него-то нет этого. Раковины, ничего такого. Бля, была бы раковина, я бы воды набрал. А так вы ничего прикажете делать? А вот как вот мне, подожди, посмотреть, что мне тут надо? Нахуй. Да, короче, пиздить он ничего не может. Ладно, смотри. Мы можем, в принципе, пойти, допустим, немножечко дальше, да? Если смотреть, подожди, по карте, достань, ёбан. Можем вот пройти еще вон туда налево попробовать. То есть ледяную пещеру мы-то теперь знаем, как нам идти, чтобы туда дойти до нее. Нам нужно кабиру сделать, взять шмотки, и тогда будет нормально. Слушай, здесь мы что-то можем, раз здесь, ладно, открываем. Вот оттуда мы хоть дотянемся, да, конечно? Конечно. А, подожди, отсюда выйти надо. Там он хотя куда-то, видишь, уходят эти. Следы, блядь, везде. Сохранить фотографию, конечно. Так. Здесь еще смотри, да? Ты, наверное, сфото. Ладно, давай вон туда. Дальше. Подожди. Во-первых, и снаряжение мы вот этот. Подожди, вот этот нам надо, получается, на единичку. Или как, на четверку. Единичка. Ну, да, пойдет, хули. Лучше с топором бегать. Топор, по-моему, их убивает. Насколько я помню. Волков, я, по-моему, немножечко даже так вшатывал. Так. Оп, на-най-най, оп, на-най-най-най-най. Что у нас тут? Так, ну тут у нас что? Тут у нас нихуя пока что нет. Идти нам еще немало. Бля, бутылка с водой нам, наверное, нужна, что-то типа того. О, пачки. О, пачки. Так, ну здесь вот однозначно был кто-то, да? Нельзя разосекать. Блять, да ты заебал. А чё у нас он такой перег... Подожди, ну смотри, нахуя нам, к примеру, молоток? Мы можем его бросить. Вот это мы можем тоже...
Ну, бля, не. Подожди. Расходные предметы. О, нет, ты чё? Инвентарь. Вот отсюда мы можем что-нибудь побросать, это точно. Пустая канистра. Пустые бутылки вот две у меня есть. Три даже есть, да? Смотри, ключ. Да короче, давай, снаряжение. А, блядь, мало таковые вещи, оказывается. Ну вот так, к примеру. Пистолет пока пусть будет. Видишь, оказывается-то, да? Ох, нихуя, ты что так приблизил-то? Убери ее. Во. Сейчас здесь отогреемся, пойдем немножко дальше. Опять пустая бутылка. Я так понимаю, нам говорю, скорее всего, вот как раз таки нужна просто бутылка с водой одна. Нахуй соберу, какая хуйня, что она лежит. Ну нет, так нет. Одна бутылка с водой, одна пустая. И все, и мы, наверное, сделаем эту кабиру и карибу. Кабибиру, блядь. Вот. Подходим. Раз опять загружается, значит здесь что-то есть. Какая-то зона это. Ну там в ледяной пещере, сука, что-то будет, отвечаю. Видишь, недаром мы как бы должны одеться. По следам я пока не пойду. Хотя они, я так понимаю, где-то недалеко. Мне вот ружьишко. Бля, периодически такие звуки по сторонам, что порой кажется, что кто-то где-то рядом. О, я что-то нашел. Что-то я нашел. Какое-то огромное что-то. Так, давай, блядь. Что это тут у нас? А? Это что за хуйня какая-то? Так, иногда, особенно здесь, люди очень сильно привязаны, собака привязанная к пожарному гидранту. Ты заебал. Письмо для Ламота или Ламота. Уважаемый мистер Ламот, вот свечи зажигания, которые вы заказывали для вашего Olympic Skydo. Так, эта модель очень популярна, поэтому найти заказ удалось выполнить не так быстро, как обычно, пиздец. Благодарим вас за выбор компании Pontiff Ephes в Чебугама. Блять, что же название? С уважением, Геттон Потвин какой-то. Геттон Потвин. Свечи зажигания. О, как отлично. Я сейчас, походу, на какой-то другой тачке уеду, да? О, вот эта хуйта здесь была. Гараж Ламота. Чё-то здесь сейчас начинается, видишь? Даже музыка поменялась. Что машина? Что хорошего машина? Ну это да. Так, ну чё, попёрли? О, еще одна вызывающая тревогу, словно отменившее движение, несчастный человек, прежде чем замороженным. Держал, короче, на оборону здесь, как я понимаю, в темноте рекомендуется использовать фонарик. Это что? The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. На Луне там туда-сюда, ладно, понятно. Куча. For him to still keep this around. Не всякой. Ты да я, блядь, где-то найду плоскогубца, а? Вот они, ёбаные пассатижи. Ты прикинь,
Чё мне, блядь, пришлось сделать? Фара. Чё мне пришлось пройти докуда, да? Так, самодельный, летающий... А, самодельная жизнь не перестает меня удивлять. Понятно. Короче, сколько мне пришлось его сделать, чтобы добраться до сюда, да, и найти... Так, что не так, если твоя кровать находится в гараже? А, что-то не так. Ну, наверное, что-то не так, это точно. Кстати, мы нихуя не согреваемся пока что. Руль. Погодь, братец, погодь, сейчас мы... Примечание к посылке. Я жду хорошие свечи около недели, с 5 октября. За них уже оплачено, все понятно. Так, болты всякие. Зеленое молоко для маленьких зеленых человечков. Пиздец, конечно. Ну давай, чё. Посмотрим, что ты нам расскажешь, братец. Чё ты тут делал? Чё ты херачишь, братан? Ооо! Типа пожар начался? А там кто-то долбится, ну? Смотри, холод попёр. И чё, и всё, да? Я ж нихуя не вижу, а. Чё за ёбань-то, а? А, вон чё. Туда он что-то закинул. Ага. Всё, да? Что-то очень важное должно быть там. Ну, выходит, что реально. Там что-то очень важное. Давай глянем. Вопрос в том, как глянуть. Толчки. О, вот у нас чё. Карл догадывался, что где-то там должен быть... Так, план. Карл had a hunch that there had got to be план, который... Ему справиться, все понятно. В смысле, я что, туда прыгнуть должен? It was so cold. Already Carl было так холодно. Да я уже понял, что, блядь, было так холодно. Где печка-то вообще у этого пиздюка-то, а? Вот печь. А, у нас же, блядь, этих нету. Дров. Давай, короче, смотри, что делаем. Инвентарь. Вот это мы можем бросить. Все, нахуй они нам не нужны. А, так. Кусачки пусть будут, свечи зажигания пусть будут, руль, это все надо. Пустые бутылки, две бросим, три бросим. Даже так, да? Наверное. Давай, давай. Так, и быстренько берем дрова. Вон дрова. Все отлично. Бля, ты посмотри, как тут у него, да, все? Опа! Отлично!
Карл определил, что это была карта местности. А те флажки указывали на достопримечательности. Карл дедуктировал, что это была карта местности. Но... Так, он там, значит, что-то, да, что-то есть. Окей, это что, блядь? Странная вещь, что-то между дуршлаком и феном. О, подвеска, это подвеска. Руководство по эксплуатации. Отлично, все. Руководство есть, можно не париться. Так, ответ на претензии. Уважаемый мистер Ламонт, судя по вашей жалобе, наши пустыни, побуждающие к нелепым безумствам. Ну, боюсь, что внезапное появление человека, который пришел из космоса в вашу деревню, очевидно, что произошедшее в Розвилле в Нью-Мексике произвело на вас глубокое впечатление, и мы настоятельно советуем вам как можно скорее проконсультироваться с врачом. Что касается будущих потенциальных жалоб, да будет вам известно, что судебный район Абитибии, не верит зеленых человек. Так, ладно. Название у них, конечно, вообще просто... Бещеный. Так, этот человек имел страсть к межгалактическим чудам. Люди были сильно напуганы русским атомным. Во вторжении инопланетян должно было избавить их от этой. Похоже, механик сделал свой выбор. Ага. Так, короче, он верил в зеленых человечков. Вот это да, это я уже конкретно знаю. Так, похоже, что Ламот коллекционировал камни. Может быть, у него тоже нет раковины. Эта писанина однозначно была признаком терзаемого чего-то там. Что-то не то происходило в голове бедного механика. О, чертежи странного космического корабля. Да, если какая-нибудь персона смогла заполучить, так Карл был готов поспорить, что космический корабль сможет взлететь. Но базару нет, что если бы взлетел. Нобелевскую бы получил. Что-то еще. Так, нет, здесь все. Вроде как. Че, пойдем собирать? Расположить. Все. Разместить руль. Расположить. А, это все я, короче, должен найти. Все понятно. Наполнить канистру бензином. О! Хуя себе. Заполнить лыжи. Жить гусеницы. Так, ладно, все, надо, короче, это барахло теперь все найти, да? Че, здесь что есть? Здесь ничего нет. Должно быть оно где-то здесь, наверное. Ну и я думаю, вообще в окрестностях вот этого всего надо бы сейчас смотреть. Давай, открывай. Вот что там, мне вот прям интересно, знаешь... Ну, блять, как туда забраться? Ху, победишь. Ладно, здесь мы все, в принципе, забрали. Вот единственное, говорю. О, подожди. Так, не используем стальной капкан. Лучше не трогать. Слышь, блядь, чё там нахуй сверху, а? Меня аж это терзают догадки. Блядь, а где может быть его сиденька? Телефон, который хуй, когда работает. Так. О, лыжи. Уже заметил, что в этой местности услуг телефонной связи. Ну да, там что-то про телефонную связь, короче, что ее нету. Так. Лыжи я взял. Еще изолента.
Пусто, пусто, пусто. Скамейка, здесь что у нас? На хромном мире. Так, вроде все, я взял. Так, в это время стрижки газонов не актуальны, но это да. Не могу не согласиться. Расположить сиденье. Расположить гусеницы. Лыжи. А, нихуя себе! Бля, вот он еблан, не мог все в одном месте положить, а? Ну чё, пошли смотреть. Всё понял. Соорудить мост теперь надо. Ты посмотри, просто ты понимаешь, что это чё, фара ещё идёт. А, я же вот здесь, по-моему, где-то выкидывал. Видишь, оказывается, то нам это барахло-то всё нужно. А чё у нас заполнено? Ладно. Пойдем. Видишь, оказывается-то, я-то, блядь, думал здесь так просто, знаешь, хуйня-хуйня, а тут реальная выживалка. То есть, даже с элементами крафта на данный момент стало. Раньше-то не было. Видишь, молоток нужен был, блядь. Молотка б не было, я б кучу сделал. Вот пиздец просто. Так, безумная мысль. Карл не знал, как растолковать подобное сообщение. Казалось, что у него была одна из многих частей головоломки. Достаточно знать, что ему не стоит принимать эти показания как что-то там. То, что все это было каким-то наказанием за убийство, совершенно Гамильтоном казалось нелепой теорией. Карл сомневался. Можно, короче, не читать, значит. И что, и все? Больше здесь нихуя нету, что ли? Ладно. Подожди, а у нас теперь... Мне вот прям интересно. Снаряжение. Молоток остается, смотри-ка как, да? Оп, ладно, ладно, ладно. Слышь, блядь, где лыжи и цепь? Там что-то есть, наверное? Здесь нету. Вот цепи. А, гусеницы. Еще одна лыжа должна быть. Еще должна быть одна лыжа. Бля, вот здесь пока что найдешь. Средство для розжига. Музыка такая еще, да, прикольная. Так, ладно. Здесь я вообще ничего не наблюдаю. Блять, не мог он в натуре разбирать это как-то все аккуратненько в одном месте, да? Вот лыжа. Хуй не лыжа. Тут тоже все закрыто. Пиздец какой-то, я тебе могу сказать, вот серьезно. Просто какой-то пиздец. Бля, вот он ушлепок. Ну нахуя? Давай. Так, ну здесь-то я не мог лыжу проебать. Или мог? Получить? Починить космический корабль? Ты, блядь, серьезно? Неоспоримым фактором было то, что аппарат вроде этого предполагает такую уровень, которой не хватало Карлу. Нахуя я его вообще делал? Лыжню мне, сука, дай! Так, ну все.
Чё, бля, дым не рассеивается, что ли? Нихуя себе. Ой, да чтоб тебя, а? Куда ты дел нахуй её? Вот ты мне скажи, а? А, стейки, который бросил, походу, поднял. Давай по углам пошарим. Я вот реально ничего не вижу. Вот. Ты же тоже не видишь, да, лыжню? А она есть. Здесь нету. Бля, тупня какой-то. Ну, короче, чё, ребят, я вышел оттуда и пошёл по вот этим следам, потому что я не могу найти лыжню ещё дополнительно. Вот я уже вижу волка. Надо, наверное, будет его попиздить сейчас. Ну-ка, блядь. Чмо, иди сюда. Что иди, ёпта? Я никогда не думал, что станцует. Что-то там туда-сюда. Ну все, значит, нам идти по-любому здесь. А, вижу вон там еще что-то. Не могу, короче, там найти лыжню. Я, блядь, сколько ходил, нихуя там не нашел. Опа, бля, могилы разрыты, ебануться. Костёр. Сломать. Ага, бля, видишь. Короче, по сути, мне все надо с собой таскать. Ну да ладно, ребят. Короче, наверное, будем заканчивать. Я еще, правда, не разобрался, где все-таки находится. Лыжня. Которая мне так нужна, чтобы мой снегоход вот этот заработал. Вот, но у меня есть канистра с бензом. И я так думаю, что эта канистра мне поможет. Я, наверное, вернусь... Как бы это ни звучало очень далеко, правда, я, да? Я вернусь, наверное, к своей машине. И, возможно, заправлю ее. То есть, если я ее заправлю, то будет отлично. Плюс я еще смогу и отремонтировать там свет. Потому что у меня есть пассатижи, есть клейкая лента. Поэтому в следующей серии, я так думаю, мы снова начнем откуда-нибудь оттуда. А сейчас я зайду, конечно же, согреюсь. Мне надо, чтобы прошло сохранение. А здесь я уже реально осмотрел вроде бы все, но так и не нашел ее. Вот. Все, сохранение прошло. Прошло, замечательно. Ну что, ладно, ребят, на этом заканчиваем. Понравилось, не забывай поддержать лайком, подписаться на канал. Ну а на этом все. Пока-пока.